здесь стоите. Там все показывают. Двойное захоронение для тех, кто хочет оставаться вместе и после смерти. Буду показывать. Все вы с детства, с раннего детства слышали пословицу: семь раз отмерь. Все знают: один раз отрежь. Но давайте же с вами разберемся, что же она все-таки означает. Давайте попробуем нарисовать. Мы отмериваем семь раз. Даже мел сломался, смотрите. Это очень серьезный вопрос. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Вы смотрите, какая глубина вопроса. У меня даже не хватает руки, чтобы постичь эти глубины. Два, три, четыре, шесть, семь. Что мы здесь видим? Зебру. Что говорит нам о чем? Что улицу надо переходить аккуратно, если не хотите попасть к нам раньше времени. Итак, попробуем соединить. На что это теперь похоже? На забор. Мы ломаем границы между живыми и мертвыми. Мы ломаем забор, и поэтому мы нарисуем еще одну линию. Итак. Лестница в небо! Это она! Но также это может быть железная дорога. И тут такой вот, и рядом с железной дорогой, это кто сидит? Такой маленький, такой домик такой маленький, и в нем такой маленький, такой смотритель железной дороги. Он такой сидит, и чай пьет. Чай, вот у него там чай дымится. Вот он так пьет, обжигается. И вдруг поезд идет по линии. А на линии там привязаны семеро мужиков. Это просто один клан мафии враждовал с другим, и они их схватили и привязали. Вот они тут лежат все всемером такие. Опа. А поезд, он уже подходит. И поезд такой чук-чук-чук-чук-чук. И мужик думает, насколько это этично. Мне нужно повернуть поезд в другую сторону. Ну а ведь они все плохие люди. Но тут он видит. На другом пути играющего ребенка. И это его ребенок! И мы получаем классическую проблему вагонетки. Куда должен смотритель повернуть рычаг и направить поезд в данном случае? И он такой: блин, пожалуйста, не заставляйте меня делать этот выбор! Я не могу! И тут... А поезд уже движется. И тут он закрывает глаза, чтобы ничего не видеть. И поезд проносится по третьей колее. И все дальше, и дальше едет поезд, и поднимается все выше и выше седьмого неба. Что говорит нам? Что нужно быть внимательнее и вовремя увидеть, что есть третья дорога, по которой может повернуть поезд. Конечно же, не забывайте об этом, друзья, и обращайтесь в агентство «Вечность Плюс». Поможет враг, слез уже мой.
которой сейчас выступила заслуженная плакальщица Российской Федерации Мария Аркадьевна Трагус. Также наша фирма предлагает услуги по написанию эпитафий на памятники. Вашему вниманию лучшее из топ-100 популярных эпитафий. Помним, скорбим. Помним, любим, скорбим. Любим, скорбим, помним. Скорбим, любим, помним. А также, конечно же, скучают ласточки по небу, скучают рыбки по воде, а мы все здесь, моя родная, скучаем очень по тебе. Также предлагаем услуги по посмертному макияжу. Транспортировки тела. Выезд похоронного агента на дом. Организация поминок. Грустно, но вкусно. Также предлагаем уникальные на рынке ритуальных услуг услуги по обеспечению вашего посмертного существования. Поможем оформить заявление на попадание в рай, в ад или между, а также на перерождение в любую жизненную форму по вашему заявлению. Акула! Зайчик! Гусь! Все. И, конечно же, наше агентство смотрит в будущее. Когда-нибудь на этом самом месте, в центре исторического города Суздаль, будет кладбищенская территория. Прямо сейчас мы предлагаем вам забронировать себе самые теплые, самые солнечные места с самой мягкой землей прямо здесь. Александр Патрульевич, продемонстрируйте, пожалуйста. Длина и ширина подбирается согласно широте вашей души. Глубина зависит от глубины вашего характера. Так подходите, выбирайте себе, кто хочет с кем рядом. Вот сейчас у вас есть шанс получить себе место, чтобы всегда быть рядом и вместе. Музыку, пожалуйста. Пусть эти погонные метры, отмеряемые для вас, не подгоняют вам вперед, вас вперед, но служат вам лишь напоминанием о чем-то лучшем и о том, насколько хороша ваша сейчас жизнь. Пусть корни деревьев нежно обнимут вас, когда вы окажетесь рядом с ними. И грибы, светящиеся в темноте, переговаривающиеся друг с другом через целый лес, прошепчут вам свои сказки. Из глазниц прорастут цветы, из ушей повалит фосфорический пар, и верхушки деревьев передадут друг другу тихим ветром песни вашей жизни, которые прошепчут ваши уже совсем сухие губы, как вздымающиеся в небо трубы, выпускающие пар из проводов, водопроводов вверх, темное, тучное небо, где ты никогда не был, но обязательно будешь, тебя никто не осудит, будь собой, оставайся, сливайся, растворяйся, растворение, получите полное удовлетворение, полное вам последнее посмертное стихотворение. Идолы своими деревянными головами, собравшиеся здесь вокруг, следят за нами, посмотрите, двухлицая женщина. Вам расскажут корни деревья, 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 первое, второе, третье. Вам не нужно больше электричества или интернет. Под всем искать их в космос, но выше, которых нет, взрывается
Thank you.
еще. Желаем всем хорошего настроения и лебедиальной энергии. Ешьте кашу по утрам, не болейте. Занимайтесь спортом иногда. Не переживайте по пустякам. Кого получится. Ваши слезы облегчены. Если вам чего-то непонятно, не бойтесь, спросите. Если вы голодны, поешьте. Если хотите в туалет, сходите. Еще раз бурные аплодисменты, Суздаль!